погоде. Синоптики сообщают о штормовом предупреждении. Сильные снегопады и проливные дожди с порывами ветра до 30 метров в секунду могут обрушиться на горные районы уже в ближайшее время. Клеру. Где она? От удара ее выбросило из окна. Автобус потащил вниз. Она должна быть где-то возле дьявольских пещер. Это рядом совсем. Сам как? Нормально. Кто-нибудь! Тихо! Помогите! Лера! Лера! Лера, я здесь! Кто-нибудь! Сейчас, сейчас! Коля! Давай! Давай, давай, Лиш! Давай, Лиш! Лиш! Попробуй боку! Сейчас! Вот, вот, Лера, Лера, вот, 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 держу, держу, держу. Вот. Я не удержусь. Назад, Андрей. Давай, давай. Ну, ну, давай, давай. Ну. Здравствуй, Лера. Вот твои любимые. Опять ты мне сегодня снилась. Сколько времени прошло, я все никак не привыкну, что тебя нет. Спокойно, Султан. Главное, что там не было никого.
День добрый, молодые люди. Здравствуйте. Не хочу вас огорчать, но здесь находиться запрещено. Хорошо, что мы вас встретили. Мы на самом деле заблудились. Ну и как вас зовут? Как сюда попали? Я Маша. Это Дима и Вадик. Мы археологи. Идем к дьявольским пещерам. Я прошу прощения, а вы кто? Я участковый и лесник. А разве так бывает? Ну, я ж перед вами. Неудобное вы время выбрали для путешествий. Я сожалею, но до весны вы ни в какие пещеры не попадете. В это время года там находиться опасно. Так что давайте-ка следуйте за мной. А если мы откажемся? А, по-моему, это не в вашем положении. Так, может, вы нас и проведете? Учитывая, что как раз все вы в округе и знаете. Единственное место, куда я вас могу провести, это мотель здесь недалеко. Там сможете переночевать, перекусить, а завтра утром отправитесь на продуктовом грузовике туда, откуда приехали. Ясно? Так что давайте-ка за мной и постарайтесь не отставать. Синоптики предполагают, что и в этом году может случиться нечто подобное, а работники автоинспекции в полной готовности и в ближайшее время готовы перекрыть... Давайте проходите. Андрей! О, а я уж думал, ты меня совсем забыл. А я посмотрел новости и, честно говоря, уже никого не ждал. Здрасте. Здрасте. Вот постояльцев тебе привел. Заблудились археологи. Не заблудились. Мы шли к дьявольским пещерам, а нам лесник помешал. Это вам повезло, что вам лесник помешал. В это время в дьявольских пещерах можно исчезнуть навсегда. Зря смеетесь. С природой не стоит шутить. Так что советую вам перенести ваш поход на лето. Ну что, вы, наверное, хотите отдохнуть? Вы правы. Мы действительно очень устали. Кто как? Надежда Петровна! Ой, сколько у нас сегодня постояльцев. Ну, здравствуйте. Проводите ребят наверх и покажите им их комнаты. У вас есть возможность выбрать любые апартаменты. О, спасибо. А вода у вас есть горячая? И не только. Надежда Петровна вам все покажет. Прошу вас, за мной. Если хотите, мы приготовим вам ужин. А ведь и мы такими были. Замерз? У меня есть хороший коньяк. О, хотел тебе кое-что показать. Ну ладно, потом. Да, согреться бы не мешало. Черт дернул поехать по этой дороге. Да не гони ты так, а то сейчас к матери отправимся. Спокойно, Зина. Доедем. Я тут каждый камень знаю. Почему нельзя было поехать по нормальной дороге, не по этой грязи? Сейчас раз и с обрыва, и поминай, как звали. Ты после похорон словно с ума сошла. Я ж говорю, доедем. Да ладно вам. Всю дорогу грызетесь. Я поговорить с вами хотел. Ну, давай поговорим. Когда мать хоронили, я вот о чем подумал. Родни-то у нас больше нет. Давайте ее дом продадим, а деньги поделим. Хорошие деньги выйдут. Земля дорожает ведь. А зачем тебе деньги? Ну как зачем? Дело хочу свое открыть. Выкупить пруд, рыбу разводить. Я уже и озеро присмотрел. Но деньги нужны на регистрацию, на корм хороший, чтобы рыба росла. А дальше дело пойдет как по маслу. Смешной ты. Рыбу разводить. Тебе хорошим делом надо заняться. Эту рыбу выловят прежде, чем она подрастет. Да ты не волнуйся, я и охранять буду. Охранять? Зин, ты что, ему не говорил ничего? О чем? Да нет, ты все правильно говоришь, что дом тещи надо продать. Мы тоже об этом думали, но только
Тут вот какое дело. Мы хотим у тебя твою долю одолжить. Но ненадолго. Зин, ну скажи ты ему. Че молчишь? Олег. Но нам очень нужны эти деньги. Мне нужно лечиться, пока еще могу вынести ребенка. Больше надеяться на чудо нельзя. Мне очень нужна операция, понимаешь? Если бы не так, мы бы не попросили. Да ладно, Зин. Все будет хорошо. Конечно, будет хорошо. Куда оно денется? Черт! Что случилось? Не пойму, в чем дело. Я не хотела тебе об этом говорить. Но люди уже поговаривают о моем бесплодии. Игорь нервничает, боюсь, уйдет к молодой здоровой. Ну что ему со мной жизнь прожигать? Зин, не накручивай себя. Если ты уверена, что операция поможет, делай. На деньги. Ну, я подожду. Все, кранты приехали. А что там? Насос полетел. А что теперь делать? Ну, не знаю, пешком идти, что делать? Дождь, слава богу, кончился. А машина? Кому она нужна, эта таратайка? Игорь прав. Давай. Пойдем пешком, пока вовсе не стемнело. Я знаю, как срезать через заброшенную дорогу. Ага. Один раз срезали, теперь вообще до дома не дойдем. Да ладно, не бойся. Ну, пошли. Пошли. Вот здесь можно спуститься. Давай за мной. А что это там? Где? Да вон, будто колеса торчат. Эх, ничего себе. Там машина. Стой там. Олег, давай со мной, посмотрим, что там. Зима, скоро. Хорошо его покрутило. Ага. Машина не местная. Посмотри с той стороны. А? Игорь! Там два трупа! Да вижу я. Божественный свист. Я столько никогда не видел. Я тоже. Слушай, надо Еремину сообщить. Ты что, с ума сошел? Подожди. Да чего ждать? Так это наш шанс. Другого такого не будет. Ты понимаешь, о чем я говорю? Нет. Что ты там хотел? А? Рыбок? Прудик? Так вот здесь. И на рыбок, и на прудик. И все, что к нему прилагается. Понял? Я что-то не пойму, к чему ты клонишь? К чему клоню? Деньги надо припрятать. Это чужие деньги. Их могут искать. И неизвестно, чьи они. Через две недели оползни накроют эту машину сверху. Если даже захотят ее найти, то не смогут. Но если раньше найдут? А если нет? Ты что, вот это все
Предлагаешь здесь оставить, чтобы кто-нибудь другой нашел, да? Или более того, Еремину отнести? Так вот этот Еремин, он себе их присвоит. Скажет, что сумка выпала при падении. Игорь, долго вы там? Да подожди ты! А Зина? Зина? Зина никому не скажет. За это я ручаюсь. Ты только про трупы ей не говори, и все. Не знаю. Что тут знать? Что тут знать? Короче, забираем деньги и валим отсюда. И нечего тут светиться. Все, пошли. Подожди. Что? Ну, если что, деньги вернем на место. Договорились. Что это за сумка? Дома все узнаешь. А куда мы? Дома, я сказал. А куда идем-то? Река поднялась, не пройдем. Пойдем на главную дорогу. Я уже стал ловить себя на мысли, что не женюсь из-за своего страха. Страха перед тем, что моя избранница просто не сможет здесь жить. У нас ведь и сходить-то некуда. Это мы с тобой привыкли. Ты мне показать, что ты хотел? Да. Хотел похвастаться перед тобой, как перед знатоком стрелкового оружия. Вот, смотри. А тебе зачем винтовка? Ну, мало ли. Места у нас глухие, мало ли кто нагрянет. Ты что думаешь, так легко выстрелить человека? На худой конец на охоту схожу. Вот это вот не советую. Заповедник охраняется законом. Ничего, хорошая вещь, надежная. Да? Прошу прощения. Я хотела узнать, в котором часу машина с продуктами приезжает. Кстати, Сеня, ты забыли позвонить? Да. Сеня, это кто? Сеня, это водитель, который вас отвезет. Чего-то связи нет. Да, и в мобильном нет сети. Вы знаете, ничего страшного. Идите отдыхайте. Как только появится связь, я вам сообщу. Сеня без вас не уедет. Спасибо. Маша, я надеюсь, вы не обижаетесь на меня из-за пещер? Ну что вы. Наоборот, вам спасибо. Димка у нас всегда немножко перегибает палку. Маша, может быть, вы хотите коньячку? Вы же замерзли. Нет, спасибо. Пойду спать. Соскучилась по нормальным человеческим условиям. Прекрасная девушка. Ладно, поеду. Завтра много работы. Нужно выспаться. Ну ты заходи, не забывай друга. Ну что, Султан, дождался? Дождался. Ну извини, извини. Надя, почему вы не спите? Это не Надя. Прошу прощения, не думал, что это вы. А можно погреться возле камина? Да, конечно, проходите. Я могу вам составить компанию? Ну, конечно. Спасибо. Маша, вы давно занимаетесь археологией? Лет 8. Но я уже успела влюбиться в это занятие. Мы с Димкой и Вадиком мечтаем сделать какое-нибудь большое открытие. Но пока, как вы видите, нам не везет. Да, у нас очень много красивых мест. Я бы вам мог многое показать.
Конечно, лучше это сделать летом. Но если вы меня пригласите, я с удовольствием приеду. Конечно, приезжайте. Самая лучшая комната будет ваша. А конные прогулки вы никогда не забудете. Ну и сколько там? 2 100 000. Вы хотите сказать, что их просто оставили и ушли, так? Получается так. Значит, теперь они наши. 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 Кто-то зарабатывал, а они вдруг наши стали. Ты что, дуры, что ли? Кто такие деньги может заработать, а? Не знаю, не знаю. Ну, я думаю, их лучше отдать. Да что с вами такое, а? Что с вами такое? Некоторые мечтают о таком шансе. Ты же сама хотела лечиться у лучших докторов. Вот это наш с тобой шанс на счастливую семью. А то и так все говорят. Чего ты боишься? Нас там никто не видел. А машина там твоя стоит, думаешь, никто не поймет? Она права, грузовик может все испортить. Завтра Сереге скажу, он его притащит домой. До утра там все равно никого не будет. Ой, нехорошие мне предчувствия. Эти деньги до добра не доведут. Вы смотрите телевизор, что вокруг происходит, за копейки убивает, а здесь... Да ты о чем говоришь-то, а? А ты уверен, что потом с нашу шкуру не спустят за эти деньги? Зин, мы должны все хорошо взвесить. Нам бы недельку переждать, ну, пару. И все. Если хозяин не объявится, то деньги оставим себе. А если объявится? Ну, вот тогда и посмотрим. Отдать всегда успеем. А пока деньги лучше спрятать. Правильно. Правильно. В погребе под картошкой. Самое место. Там надежней. Ну, только я вас предупреждаю, если что, я лично эти деньги сдам в милицию, ясно? Ясно, 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 ясно. Я тебе даже сам помогу. Ха, сумка-то тяжелая. Ладно, пойду я, поздно уже. Сиди, куда ты пойдешь? Давай лучше выпьем. Тещу помянем. Земля и пухом. Серег, ты представляешь, на похоронах у тещи 100 грамм не выпил. Вот хочу, а не могу. Мистика какая-то. А обратно поехали, машина посреди дороги встала. И ни туда, ни сюда. Японский городовой. Лучше бы на автобусе поехали, честное слово. Вообще-то тебе повезло. Я ведь сегодня в рейс собирался, а перенеслось на завтра. Так бы месяц меня ждал. Правда, ехать не хотелось. У бати сегодня день рождения. Надо поздравить. 70 лет как-никак. А то уеду в рейс, а он того. Болеет часто. То в Австрию пока, потом обратно. Мало ли что. Кто это? Не разберу. Еремин, что ли? Я с ним схожу. Да ты не дергайся, все нормально будет. Доброе утро.
Привет, Коля. Вы куда едете? Да в сторону заброшенной дороги. Грузовик сломался, нужно отбуксировать. Гражданин, начальник. А что случилось-то? Да вон хотел пацанов с вами отправить, а вам в другую сторону. Ладно, извини, что остановил. Да ничего страшного. Там на заброшенной дороге поосторожнее. И так опасно, а погода еще меняется все время. Да, то снег, то дождь. А снег, я думаю, будет. Ну, удачи вам. Ну что, поехали? Чего он хотел? Хотел, чтобы мы пацанов подвезли. А ты что ответил? Я сказал, что нам в другую сторону. Ну, а он что? Да успокойся ты, все нормально. Че ты? Где машина-то? Ё-моё! А? О, куда забросила? Да, Игорек, попал ты. Да ладно, хрен с ним, все равно старый был. Зато ездил. Ладно, пойдем посмотрим, может, чего сделать. Да что там можно сделать после такого вот этого всего? Серег, опасно. Привалить может. Да ладно, аккуратно спустимся и назад. Ну, что носы повесили? Давай за мной. Ну! Да. Хана ему. Да, я его покрасить хотел. Слава богу, не успел. Ну и что теперь делать будешь? Без работы хреново. Да не пропаду как-нибудь. Все увидит и в ментовку заявит. Спокойно, свояченок. Никто никуда не заявит. Это что там, машина лежит? Где? Где-то? Ну, похоже, да. Идем посмотрим. И все, твой гребаный грузовик. Сина была права. Заткни пасть. Идем за мной. Вы идете? Да, идем. Там два трупа. И, похоже, давно лежат. Надо Еремину сообщить. Да что с вами? Тут два трупа! А что на них смотреть? Покойники, они и есть покойники. Странно как-то. Вы что, видели эту машину уже? Ты что, Серег? Да чудные вы. А может быть, это ты ее своим газоном? Она и того, со скалы. А ты немного на себя берешь. Ладно, пошли. Серег, погоди. А этих здесь, что ли, оставим? А что с ними делать? С собой взять? Еремин разберется. Что ты задумал? Заткнись! Олег, иди сюда! Yeah.
Весь в крови, сука. Ну что, Свайчок, впечатлило? Я в Афгане еще не такое творил. В университетах такому не научат. Зачем ты его убил? Я так не хочу, сука! Не хочу! Ты не ори. А то нас здесь услышат. Понял? Сейчас мы его возьмем с собой. На его грузовике отвезем километров за 10. И вместе с ним сбросим с обрыва. Понял? Нас видел участковый. И что? Мы не смогли забрать грузовик. А Сергей уехал по своим делам. Взятки гладкие. А если он спросит, где грузовик? Запомни. Сергей уехал в богатое по своим делам. И все. Один. Ты за ним хочешь, да? Это тоже очень много вопросов задавал. Все, взяли его и пошли. Живо! Как вам спалось? Почему вы меня не разбудили? К сожалению, Синя сегодня почему-то не приехал. А где ребята? В смысле? Давайте, заходите. А вот и недостающая группа. Практически возле пещер поймал. Телефон работает? Уже сутки без связи сидим. Мобильный тоже молчит. Плохо. Значит так, молодые люди. Сейчас поднимаетесь каждый в свою комнату, а Андрей Петрович пускай вас запрет. Сами напросились. Завтра утром поедете на продуктовом грузовике домой. А если опять повторится ситуация, как сегодня, я просто вызываю МЧС, тогда вам точно не до пещер будет. Ясно? Ясно. Давай. Все ясно. Хорошо у тебя получается. Стараюсь. Не сердитесь на них, пожалуйста. Они не со зла. Я понимаю, что не со зла. От глупости. Ладно, я завтра утром заеду или днем. А ты проследи, чтобы ребят сели, Ксения. Смотри, не проспи, как сегодня. Уже уходишь? Ну, нужно еще телефонные кабеля проверить. Я думаю, может, у нас обрыв. Все, счастливо. Пока. До свидания. Жалко, что с Лесником все так по-дурацки получилось. Не переживайте, Маш. Все будет хорошо, я с ним поговорю. Знаете что? Давайте с вами разожжем камин. Все равно сегодня Сени не будет. С удовольствием. Распустил, Свайчок.
Все нормально. Давай, вставай, пошли. Тьфу ты, черт, напугал. А что так поздно? А куртка где твоя? Хана куртке. Маслом залил. А машина? Нельзя вытащить, буксует. Сергей ничего не видел? Да вроде нет. Ты давай меньше разговаривай. Есть охота. Я вот что подумала. Может, не будем ничего ждать, а? Вот прямо сейчас возьмем деньги и уедем. Куда? Куда? За границу. Ты что, с ума сошла? Сразу поймут, что деньги у нас. Переждем, а потом спокойно поедем. Кого еще черт принес? Сходи, посмотри. Здравствуй, Дина. Игорь дома? Да, Марин, заходи. Привет, Игорь. Привет. А где мой шляется? Не знаю. Привет, Марин. Привет, Олег. Как не знаешь? Вы же вместе уехали. Да, он помог нам, а потом уехал по своим делам. Куда уехал? Марин, да что ты стоишь? Раздевайся, проходи, садись. Да нет, ну мы же сейчас собирались к свёклу на день рождения. Он еще говорил, хорошо, что я не уехала в рейс. Подожди, Игорь, он не мог меня не предупредить. И кто его мог позвать? Все думали, что он уехал в рейс. Не знаю, товарищ ему какой-то позвонил, сказал, что нужно в Богатый ехать, помочь кому-то. Вот и все. А ты ничего не путаешь? Да нет. Ну, вон у Олега спроси. Так и было. А где твоя машина? Нельзя вытащить, буксует. А когда он уехал в это Богатое? Да днем еще. Странно. Да как же он меня не предупредил, Зин? Да кто поймет, что у них в голове? Стукнуло в голову и поехал. Ладно, я пойду, а то, может, он дома, а я здесь. До свидания. Пока. Марина, как ты так поздно одна ходишь? Да ничего, я привыкла. Ну хорошо, осторожней, пока. Где Сергей? Я вас спрашиваю, где Сергей? Что вы с ним делали? Да заткнись ты! Не знаю я, где твой Сергей, ясно? Олег. Олег, ну что ты молчишь, а? Олег, выйди. Да перестаньте вы! Успокойся! Доброй ночи. О, Господи, как вы меня напугали. Товарищ участковый, ну что это? А что ж вы, одна-то, ходите в такое время, да в такую погоду. Мужа еще, Сергея моего, не видели? Видел еще, утром они с Игорем ехали. Ну вот я от Игоря иду. Он-то дома, а Сергея нет. А тут уж и погода такая. Собирались к его отцу на день рождения сегодня. Пропал и все, прям не знаю, что делать. Ну а Игорь что говорит? Да ерунду всякую говорит. Говорит, что он уехал по делам в Богатое. Друг ему какой-то позвонил. А кто ему мог позвонить? У него вчера телефон целый день не работал. И все думали, что он в рейс уехал. Да не мог он в Богатое уехать. Там целый день дорог завалено. Вот только сейчас начали чистить. Вот и я говорю, что ерунда. А ему завтра в рейс в Австрию. А тут еще, ну я не знаю, ну с утра же еще ничего не было. А сейчас прям столько снега навалило. Что думать, я прям не знаю. Ну ладно, Марина, вы идите домой. Я к вам завтра утром заеду. Если Сергей не появится до утра, что ж, будем искать. Господи. Хорошо? А то давайте провожу. Страшно одно это.
Да нормально, я привыкла, и мне недалеко. До завтра. Я пойду. До завтра. Где Зина? Да. Что происходит, Игорь? Я ее к Марине отправил. Пусть подругу успокоит. Зачем ты ее впутываешь в это? Зачем? В дерьме копаться и не замораться так не получится. Не дави на нее, ей так тяжело! Так, может, ты за нее, а? Ты совсем рехнулся? Полежи немного. Тебе полезно. Проходи, Зин. Сергея не было? Нет. Я когда от вас шла, встретила участкового. Он сказал, что дорога в Богатое завалена с самого утра. Не мог Сергей туда поехать. Врет твой Игорь. Нет. Это вроде Игорю надо было в Богатое ехать. Машину забрать. А Сергей уехал куда-то в другую сторону. Ты перепутала. Я точно помню. Как Игорь сказал, что его грузовик забуксовал. Где Сергей? Марина. Что с ним произошло? Марина, успокойся, все нормально. Сергей просто задержался. Где? Он всегда мне рассказывает о своих поездках. Но в этот раз забыл. Так бывает. Чего ты пришла? Что тебе надо, а? Марина. Зина? Марина, успокойся. Пожалуйста, скажи мне правду. Да какую правду? Где Сережа? Ну, пожалуйста. Марина, ну, я же говорю тебе... Про Сережу, ну скажи мне Марина, правду, перестань, Зин. Слышишь? Ну, пожалуйста, Зин. Ну, я же сказала тебе, он просто задержался. Что же теперь будет? Что же теперь с нами будет? Зачем я тебя послушала? Спокойно, спокойно. Сама упала. В любом случае, она обо всем догадалась. Это ты во всем виноват, это ты во всем виноват. Это все из-за тебя. Заткни пасть, сука. Короче, запоминай. Это мы должны были ехать в Богатое. Ну, да. Да, я так и сказала.
Молодец. На похоронах у тещи сломался грузовик. Мы должны были его буксировать, но не смогли из-за завала. А Марина, Марина все перепутала. Все, судя по ее состоянию. Участковый не спрашивал, куда мы ехали конкретно. А я ему сказал, что мы едем к заброшенной дороге. И он мог подумать, что вы хотели объехать завал, но не смогли и вернулись. Потом Серега уехал. Все сходится, все сходится. Только ты ничего не перепутай. И все будет в ажуре. А с ней что будем делать? Неудачно упала. Тем лучше, тем лучше. Надо кровь вытереть. Успеем. Успеем. А тебе? Тебе самое главное. Теперь ничего не перепутать. Мы почти у цели. Я не хочу. Не хочу, чтобы из-за какой-то глупой ошибки мы все потеряли. Ты меня слышишь? Марина, это я, Николай. Марина. Марина. Ну что, все, закурим, Андрей Петрович, я угощаю. А я вот бросил, вижу и конфетку. А-а-а. Ну, расскажи, что там на дорогах. Так гаишники дороги прикрывают. Вон погода какая. То дождь, то снег. Недалеко фуру нашли. С дороги слетело. Так что завтра меня не ждите. Опасно ехать. Как слетело? Пережду. Да вот так, из-за погоды. Скользко. Ну, наконец-то! А то я уж думал, что вы опять сбежали. А-а-а, сбежали. От вас бежишь. Куда садиться? На свободные места. Ага, шо. Ну что, ребят, приезжайте летом. Я вам сам покажу эти пещеры. Летом намного красивее. А на лесника не обижайтесь. На самом деле он очень хороший парень. Передайте ему, пусть не сердится на нас. Мы не хотели. Хорошо. Здрасте. А вы можете сесть на свободное место. Впереди. Я не к вам. Надеюсь, вам у меня понравилось? Очень понравилось. Жалко, что вы уезжаете. Но я жду вас в гости. Вот это мой номер телефона. Я буду ждать звонка. Я обязательно позвоню. Спасибо. До свидания. До свидания. Сеня, езжай, чё ты? Давай. Все. Не гони только. Хорошо.
Участковая приехала. Ну-ка, сядь. Не помешаю? Нет, проходите. А мы как раз завтракать садимся. Вот, картошечка горячая. Да нет, спасибо, Зина. У меня еще дела. Да нет, вы приходите, присаживайтесь. Чего там у двери стоите? Присаживайтесь, присаживайтесь. Ну, совсем другое дело, то как неудобно. Про Марину не слышали? Что? Несчастный случай. Упала в погреб. Когда это произошло? Наверное, ночью. Я так думаю, полезла в погреб, оступилась и упала вниз. Головой ударилась. Там у них очень крутая лестница. Она вчера к нам приходила. Про Сергея спрашивала. Да, Сергей пропал, никто не знает, где он. Я, собственно, хотел спросить про него. Получается, что вы последний, кто его видел. Я ночью Марину встретил, она сказала, что... Ты говорил, будто Сергей богатый собирается к какому-то знакомому. Да нет. Это мы должны были в богатый ехать. В каком смысле? В каком, в каком? Машина у меня там сломалась. К тёще на похороны ездили 3 дня назад. Богатые мы не попали. Вы же знаете, там на дороге завал был. Вы собирались по заброшенной дороге? Там тоже завал? Ну да. А почему же выбрали именно эту дорогу? Ну, мы знали, что на главный завал. Ну и подумали объехать. Ты ничего не путаешь? А что тут путать-то? Работа стоит. Машина позарез нужна. А Марина... Она ведь сильно переживала за Сергея. Ну и просто прослушала, как оно там было на самом деле. Ну, да. А дальше? А что дальше? Серега просто уехал по просьбе какого-то друга, и все. Имени не называл? Да нет. Олег, ты не помнишь? Не называл. А куда уехал? Да не говорил. Пепельницу дай. Ну, может, странно себя вел, не заметили? Да нет, как обычно. Я ничего не заметил. Что ж, вы даже не спросили, куда он едет, зачем? Все-таки приятеля. Че париться-то? Ему ехать, а не мне. Странно как-то. А может быть, чаю? Да нет, спасибо, Зина. Некогда сегодня. Ну ладно, разберемся. Я к вам еще зайду. Рады будем. Деньги нужно закопать. О, а я как раз о тебе вспоминал. Представляешь, разобрал ружье, а собрать никак не могу. Помоги, пожалуйста. Спасибо большое. А ты чё такой хмурый? Слушай, ты хорошо знаешь Сергея и Марину. Это те, что на Белом холме живут? Ну да. Ну, конечно, знаю. А что случилось? Вчера Сергей не вернулся домой. Уехал на своем тягаче и исчез.
А сегодня ночью с Мариной несчастье случилось. Попал в погреб, погибла. Да ты что? Мне сегодня Сеня с утра говорил, что недалеко от нас нашли какой-то тягач. Может, это тягач Сергея? Подожди, а где именно? Ну, я у него не спросил. В любом случае, его нет. Вчера вечером я встретил Марину, она шла от Зины с Игорем. Была какие-то беспокойные тем, что Игорь наговорил, будто Сергей уехал богатый к какому-то приятелю. Подожди, а Игорь-то здесь при чем? Получается, что он последний, кто видел Сергея, потому что попросил его отбуксировать свой грузовик. Сегодня утром я говорил с Игорем. Он ответил, что Марина все напутала. Все на самом деле, это ему нужно было в богатое, потому что грузовик стоит именно там. А Марина утверждала совершенно другое. Все как-то странно. Может, женщина какая-то замешана. Из-за этого Игорь врал, придумал какую-то ерунду про Сергея. А тот сейчас сидит где-нибудь у любовницы и даже ни о чем не подозревает. Да не-не-не. Сергей не такой человек. Он мне помогал строить мотель. Потом, насколько я знаю, у них с Мариной были очень хорошие отношения. Да нет, он отличный парень. Мне кажется, что здесь что-то другое. А что, стечение обстоятельств? Разве тебе не кажется странным? Вначале пропадает муж, потом по непонятным причинам погибает жена. Может быть, здесь кто-то заинтересован? Ну, нет никаких ни улик, ни мотивов. Ну, пока нет. Но ведь и не исключено, что скоро появится. Ну, ладно, завтра выясню насчет тягача, если не тот, будем искать. А как ты собираешься это сделать? Если не будет связи, поеду сам. Или, может, вернется Сергей. Последнее колесо. Я сдохну тут без доктора. Где ты доктора найдешь в этой глуши? Мне или колеса, или доктор. Ты чё? Послушай, машина где-то рядом. Давай спустись, сумку забери. Давай, давай, давай. Смотри, как ее покрутило. Ни хрена себе. А ну иди сумку забери. Ага. Блин, ни хрена нету. Сумки нет. Как нет? Ну, может, она вылетела во время падения? В реку? Не-не-не-не-не-не-не. Трупа нет в машине. Я думаю, водитель грузовика знает, где сумка. Он уцелел, потом нашел нашу машину и забрал сумку. А пока мы ищем деньги, он мог уже 100 раз ментам сообщить, и тут бы все убрали. Но он почему-то этого не сделал. Выжидает, крыса. Так вычислим водилу. Запиши номер и поднимайся наверх.
Опа, смотри, какой рейнджер. День добрый. Ага. Забудились? Да, в общем-то, нет. Просто здесь опасно находиться сейчас. Оползень. Мы только что видели последствия. А вы кто? Я местный участковый. Мы из службы безопасности. Капитан Еремин. Очень приятно, капитан. А на коне как? Проходимость хорошая, удобно? Вы случайно по дороге не видели такой большой грузовик, тягач? Там на склоне, капитан, какой-то валяется. Пойдите, посмотрите, может, это ваш. Ковыряет смыслу собака. Я знаю, что это грузовик. Правда? Его хозяин говорил мне, что он находится в 20 километрах отсюда. Так значит, у него деньги. Может, скажете, кто те двое и о каких деньгах речь? Дело обстоит так, капитан. Эти двое преступники, они перевозили очень крупную сумму денег. В машине был передатчик, о котором бандиты, конечно, не догадывались. В какой-то момент сигнал исчез. И мы думали, что передатчик отказал. Целую неделю не было никакого сигнала. И вот мы их нашли. А деньги, которые они перевозили, принадлежали одному очень высокопоставленному бизнесмену. И они пытались вывезти их в Турцию. Но самое удивительное, что деньги исчезли, их нет в машине. И мы предполагаем, что в этом замешан водитель грузовика. Но пока об этом никому, капитан. Водила деньги присвоил. Теперь ждет, пока все уляжется. Но он ведь не знает, что деньги в розыске. А где он живет? Здесь недалеко. Может быть, сумки вообще не было в машине? А почему он не заявил об аварии? Ну да. Трупы здесь нельзя оставлять, звери растащат. У вас связь есть? Это не важно. Деньги сейчас важнее. Потом разберемся. Потом, может быть, поздно. Лучше это сделать сейчас. Капитан, меня мало волнует их дальнейшая судьба. Эти уроды в своей жизни сделали много плохого. Нужно водилу колоть. Следуйте за мной. Не нравится мне этот капитан. Не наломал бы раньше времени. Не успеет. Много корма. На всех хватит. Игорь! А где Олег? Домой пошел. Скоро придет.
Здорово, Николай. Здоров. С чем пожаловали? Надо кое-что прояснить. Так может, дом пройдем? Игорь, это сотрудники службы безопасности. Они сегодня нашли твой грузовик на заброшенной дороге. Я его тоже видел, его смыло оползнем. В каком смысле? Номерной знак 02-95КС вам известен? Ну да, мой номер. А как он оказался на заброшенной дороге? Он у меня в Богатом стоит, на сахарном заводе. Точнее, стоял. Мы что, гнали? А это место вам известно? Это мой грузовик, что ли, так мигает? Нет, это другая машина, в которой была сумка с деньгами. Сумка с деньгами? Там было очень много денег. И мы их найдем. И это не составит большого труда. Игорь, когда я встретил вас с Сергеем, ты мне сказал, что вы едете к заброшенной дороге буксировать твой грузовик, так? Нет, ты не понял. Мы по заброшенной дороге ехали в Богатый, чтобы его оттуда вытянуть. А там завал. Ну да. И что ж, вы даже не вышли из машины перед завалом, не поинтересовались, что к чему? Ну а что, завал он и есть завал. Развернулись, да в другую сторону поехали. Чё ты темнишь? А я не понимаю, что происходит, товарищ участковый. Ну ладно. Завтра поедем к заброшенной дороге, на месте все. Выясним. А мне самому интересно, может, это не мой грузовик? А мне кажется, твой. Капитан, а вы не боитесь, что сегодня ночью Игорь может сбежать? Ну нет, вряд ли. Ночью отсюда уехать не на чем, а пешком он не пойдет. Слишком опасно. А ну глянь, щека не распухла? О, а я думаю, кто там приехал? Привет. Здоров. Номера есть свободные? Сколько угодно. Нам две комнаты. Таблетки есть? Зуб болит. Посмотрю, но не обещаю. Ну, скорее посмотри. Хорошо. Может, бабка какая есть поблизости? Здесь вам никто не поможет. Ближайший доктор, он Богатым. Вы знаете, к сожалению, от зубной боли ничего нет. Вот могу предложить конфетку. Очень помогает от курения. Очень смешно. Давай ключи, мы в номера пойдем. Хорошо, пойдемте, покажу вам вашу комнату. Коль, подожди меня, а то Надя отлучилась. Угу. Пойдемте. Капитан. Встречаемся утром, как и договаривались. Оп. Есть. Странные эти двое. Что-то замотался сегодня совсем. Голова не соображает. Ну, давай, рассказывай, что там у тебя случилось? Ты сам уже запутался. Короче, сегодня эти двое нашли грузовик Игоря на заброшенной дороге. Попал под завал. Подожди, так он должен быть богатым. В том-то все и дело. В тот день, когда я встретил Сергея и Игоря, Игорь мне сам сказал, что они едут на заброшенную дорогу буксировать грузовик. Значит, он был там. А рядом еще одна машина. Легковушка. В ней два трупа. Из нее пропала сумка
с деньгами. Понимаешь? А, вот оно что. А эти двое кто? Из службы безопасности. Ты уверен? Они на самом деле странные какие-то. Особенно вот этот с больным зубом. Может, Игорь на самом деле взял деньги и из-за этого стал врать. Подговорил родных, чтобы молчали. Единственное, я не могу поверить, что он пошел на убийство. А денег-то много было? Не знаю, они же не говорят. Вроде много. Ну вот, я же тебе говорил, что должен появиться мотив. Вот он. Завтра утром вместе с Игорем едем на заброшенную дорогу. Слушай, а может быть, это просто их деньги? И они действительно не из службы безопасности. А если оттуда? Ну, в любом случае, будь с ними поаккуратнее. Постараюсь. И что теперь делать? Я ж тебе говорил, мы влипли. Надо отдать эти деньги. Выкопать и отдать. Спокойно. Машин могли угнать. У них против нас вообще никаких улик нет. А эти двое с участковым больше похожи на бандюков, а не на ментов. Разве нет? Кроме них, эти деньги никто искать не будет. Почему только участковый не обратил внимания на их рожи? Нас специально заманивают на эту дорогу. Меня. Только меня. Про тебя вообще разговора не было. И что это меняет? В том-то все и дело. Я завтра поеду с ними с утра. А ты сделаешь кое-что другое. Другого выхода нет. Туда, желательно из своего дома. Сядешь где-нибудь за камушком, чтобы вести огонь на поражение. Нет. Там никого нет. Никто ничего не узнает. А в случае чего, свалим все на этих двоих. Игорь, я так не могу. Не могу я так, ты понимаешь, на что ты меня толкаешь? Тебе! Нужно сделать только два точных выстрела. Остальное сделаю сам. Чистенькими нам отсюда уже не выбраться. Обратной дороги нет. Ты меня понял? Надо бабу его за горло взять. Она знает, где деньги, как пить дать. Водила все равно будет отпираться. Хитрый сука. А она точно расколется.
Доброе утро. Утро доброе, капитан. Я готов. Можем ехать. А коллега ваш где? А Савва захворал. Привет. Ему лучше остаться. А что с ним случилось? Заболел он. Так, может, нужны какие-то лекарства? Я позову Надю. Спасибо, мы и без него справимся. Поехали, капитан. Погодка, прям скажем, паршивая. Вообще-то он правильно говорит. Там сейчас опасно. Ничего, мы осторожно. Надя! Скажите, как там наш гость? По-моему, в комнате никого нет. Я стучала 3 раза, предложила помощь, как вы просили, но мне никто не ответил. Он что, удрал? Угу, удрал. Чё-то я не пойму, как он здесь оказался. Игорь, давай на чистоту. В каком смысле? Ты ведь знал все время, что грузовик находится здесь. Товарищ участковый, я же говорил, мне… И ты причастен к исчезновению Сергея. Возможно, даже к смерти Марины. Я просто этого точно пока не знаю. Но, похоже, она тебя первая раскусила. Разве не так, а? Я же ведь все равно докопаюсь. Где сумка с деньгами? Сука, куда? Куда? Ну чё? Где? Говори быстро! Ты чё, сука, оглохла? По-моему, вы из меня хотите сделать козла отпущения. Свалить все на меня. Так не получится, товарищ участковый. Ты ведь сам не сказал, что едешь на заброшенную дорогу, когда я вас встретил с Сергеем. Так? Сказал. Но мне нужно было в богатое. Не, тебе сюда нужно было. Именно сюда. А после того, как пропал Сергей, ты стал рассказывать другую историю. Короче, я предлагаю дать деньги добровольно. А все эти разговоры оставьте себе. Что тебе надо? Сучка эта созналась. Да, деньги у них. Закопали они. Только она не знает, где. Кто они? Ну, муж ее и брат. Брат? Больше без меня ничего не делай, я перезвоню тебе. Извини, майор. Извини. Это мой напарник звонил. Он у его жены. Она созналась, сумка с деньгами у них. Деньги закопал он и ее брат. Лучше тебе не дергаться. Зачем тебе это, Игорь? Зачем? Заткнись, Коля. Давай. Звони своему дружку, пусть везет мою жену сюда. Савва может неладное заподозрить и убить твою жену. Дай телефон. Алло. Что с моей женой? Жива еще. Короче так. Она ничего не знает. Сумка у меня. Привезешь ее, получишь деньги.
А как? Мне машина нужна. Машина? Машина во дворе. Зина знает, где ключи. Что? Давай пошла! Быстрее! Давай шевелись! Давай шевелись! Где ключи? А ну, стоять! Руки! Руки вверх! Ничего себе! Где они? Ну, говори, где они? На заброшенной дороге. Поехали. Поехали. Олег, когда они приедут, вали второго. Он тебя не видел. Но только тогда, когда Зина к нам подойдет. Ясно? Давай. А ты... Если не подтвердишь, что деньги в багажнике, я тебя убью. А этот откуда взялся? Игорь! Я убил второго! Отпусти их! Убьет, дура! Зина! 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 Ничего, ты сам-то как? Давай, лежи. Олега, а я того. Буду. Зина, не делай глупостей. Зина, это ничего не изменит. Зина, стреляй! Зина, стреляй! Их всего двое! Я остальное сам сделаю! Стреляй! Стреляй! Зина, ты что? Ты что? Ты что? Ты что? Огромное вам спасибо, ребята. Мы уж думали, что эта преступная группа уже уехала из страны, несмотря на все принятые нами меры. Они представились офицерами СБ. Это их любимое дело. Никто не задает лишних вопросов. А на самом деле Григорий Савия и Савелий Седых, и вот эти вот двое в машине – обычные налетчики. Пользуясь документами, они убили одного очень успешного предпринимателя. Ну, а деньги забрали себе. А что будет с Зиной и другими?
Ими мы заниматься не будем. Отправим в изолятор. Своих дел хватает. Капитан, ты закончишь это дело. Ты в курсе всех фактов. Да, кстати, ты спрашивал про тягач? Это он и есть. Тебе нужно будет только опознать тело водителя. Майор, есть. Да, теперь я понимаю эту троицу, капитан. Куча денег. Да, на такую любой мог соблазниться. А ты представь, сколько на этой сумке трупов. Забирайте. Угу. Ну, будьте здоровы. Счастливо. Угу. Удачи. Спасибо, что помог. Ну, в этот раз я должен был успеть. А потом у меня, кроме тебя, друзей-то практически нет. Хотя… Телефоны-то не работают. Ну… А это тебе откуда? У Григория взял. Не ради наживы. Но я влюбился. Вовремя.